тренинг для консультантов от Европейского банка реконструкции и развития в Ургенче. Если вы консультант и работаете в направлениях стратегия развития бизнеса и бизнес-планирование, разработки программного обеспечения и автоматизации бизнеса, создание и продвижение бренда и маркетинговых услуг. Приглашаем вас для участия в тренинге «Основы управленческого консалтинга». В течение тренинга вы изучите весь процесс выполнения консалтинговых проектов, повысите навыки эффективного консультирования, сможете применить на практике инструменты для диагностики текущего состояния бизнеса клиента, улучшите навыки общения с клиентами и многое другое. Тренинг будет длиться 5 дней с 23 по 27 мая, где ментором будет выступать международный бизнес-тренер Валентина Григорьевна. Для участия в тренинге свяжитесь с нами.